3 июля город потрясла новость о нелепом убийстве в ходе ссоры соседей. Один человек скончался в больнице, второй проходит лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник задержан. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой мужчина 84-го года рождения, находясь по улице Энергетиков города Заинск, нанес не менее 2 ударов кухонным ножом в область грудной клетки и живота 2 молодым людям 87-го года рождения и 92-го года рождения. В результате преступных действий один из потерпевших скончался в Заинской районной больнице 4 июля. По уголовному делу произведен ряд следственных и процессуальных действий, назначена судебная медицинская экспертиза и психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. 6 июля Заинский городской суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.